Добрый вечер, друзья. Сегодня воскресный день, и мы приехали в кафе «Виктория» на Паркенском. И сейчас мы ознакомимся с кухней. Поехали! Вот такой тихий дворик. Мы приехали с семьей. Это моя сестренка и мои родственники, свекровь дочери. Это Виктория, Паркенский рынок, город Ташкент. Поехали! Заходим. Вот такой тут зал у нас. Где-нибудь с краешку, да, сядем? Только накурили. Ну, ничего. Вот здесь столик, да, хороший? Давайте. Здравствуйте. Мои красавицы все. Ой. Хорошо. Друзья, нам предложили шымкентское пиво. Вот такая бутылочка. Реклама бутылки «Шымкент». Девочки, хотим попробовать с воскресным днем. И меню у нас... Да. Вот такой интерьер здесь. Вот так все по-домашнему. Неплохо. И будем сейчас смотреть, что у них в меню. Салаты. Девочки, какие хотите салаты? Тут у нас греческий, японский, французский, под водочку, баварский. Посмотрите, девочки, давайте салаты. Пожалуйста. Спасибо огромное. Это ассорти, да? Да. Молодчинка-то, красота такая. А как вас зовут? А можно снять вас на рекламу? Вы такая хорошенькая. Это для заграницы. Люба, приветик мой хороший. Вот нас Любочка будет сегодня обслуживать. У нас свинина вкусная, баранина вкусная, курица вкусная. Кушайте свинину? Челогачо рубленый вас. 4 таких кусочка на палочке. Давайте, я за. У вас какие? 4 кусочка на палочке. Размер. Смотри, какую привезли. Ну, вот привезли. У вас Кавказ. А, Кавказ, да? Да. Какую хотите, берите. Угу. Смотри, как наливается. Смотри, как надо наливать. Смотри. Вот правильно наливать. Вот видишь, правильно наливать. Ох, какая она. Считай цыплят по осени. Да. У нее больше сейчас. Смотри, сколько вольется. Сейчас все вольется. До конца, да? Сейчас кто на экране смотрит холодное пиво, сейчас давятся слюнями. Вот она моя красивая девушка. Вот ее подруга сидит. Что сказать мне? Дорогие подписчики, это вот Гульшан. Это я. Это я. Наконец-то. Наконец-то вы увидели. Мы добрались до нее. Есть кому снимать. Я же рядом, поэтому... У нас сегодня девичник. Девичник, да. Девочки, приходите ужинать, расслабиться. Если успеете, приезжайте. Да. Ночью воскресного дня, но после жаркого дня. Мы переживаем, завтра в Узбекистане начинается карантин. Вот у нас мы такой салатик греческий заказали. Особенный. Вот это как цицак? Это хорват. Не, вот это. Это какой-то цицак.
Царевичка. Это хоровать. Здесь, вот хоровать. Здесь кухня армянская. Да, и мы скажем потом, как по вкусовым качествам. Очень хвалим. А вот это вот вообще холодное отведение. Чингерское пиво. Вот мы две сестрички под окном. Три, то есть. А, вот еще третья есть. Вот они. Вот мы и зубы. Привет всем, кто-то в комментариях написал. Кульшана, когда мы вас увидим, вот наконец-то. Понимаешь, видишь, там вот это не... Вот теперь снимается. Эй, дёрга нам. Я тебе снимаю. Уже два. Приятного вам аппетита. Спасибо большое. А красиво все, да так, знаешь? Да, смотрите. А салатик какой еще хотите, девчата? Давайте нам еще греческий. В основном хорватский, чтобы кушать. Хотите? Вот греческий еще один. Тоже там мяско. Тоже вкусно будет. Какой-нибудь греческим мяско. Нет, с мяском будет вкусно. Помидорчики, огурчики. Или соус, как, знаете, как огонек, что-нибудь есть у вас? Есть, чтобы... остренький. Давайте, да, давайте мы попробуем японский остренький. Ну, да, скажу, как раз и подписчикам тоже скажем, что заказывать к мясу. Правильно? Вы с красивой фотки? Да. Подписчики вот нам принесли японский салат. Если вы будете здесь в ресторанчике, то вот такой салат закажите обязательно. Он очень вкусный, подходит очень к шашлыку, потому что он острый. Приятного аппетита и ждите следующие сюжеты. Ну, слушаем комментарии, девочки. Очень что вкусно. Вы думаете? Вкусно, да? Да, приятно. Вкусно. Скажи, пожалуйста. Да. Да? Ну все, да, значит, рекомендуем. Да, все вкусно. Все вкусно. Зал, конечно, очень-очень удобный. Такая, как раз поет своя обстановка. Такие здесь у нас растения. Стоянка очень удобная. Живой музыки нет. Ташкент закрывается на 12, на 2 недели, вернее, на карантин. Вот стоянка очень удобная здесь. Танчик. Посередине двора очень уютная обстановка. Можно на улице посидеть. Но сидеть внутри лучше, потому что кондиционер. Вот наши девочки сидят. Я зеленый чай заказала. Будем зеленый чай пить. Вот такая обстановочка здесь. Прохладно. Непринужденная обстановка. Вот девочки наши сидят. Народ разошелся. Спасибо огромное. Девочки, до свидания, мои хорошие. До свидания. Дворик, да. Ну все, идем за другими приключениями. Все, наши девочки довольны? Да, очень довольны. Самые последние, по-моему, мы ушли, да? Так хорошо посидели, дардашеп, все вспомнили. А заходи, кит. Идите кому домой, да? Идите кому домой, да? Ну все, дорогие подписчики, всего доброго, до свидания, это ваша Гульшан. Ждите новых видео. До свидания.